Семья проживала в 93-м квартале. Следователи выяснили, что погибший злоупотреблял спиртным и играл в азартные игры на деньги. На этой почве супруги часто ссорились. Допрошенная соседка говорит, что даже не обращала особого внимания на произошедший конфликт. То есть, да, слышала, что был конфликт, был шум из квартиры, однако даже не обращала особого внимания на это, поскольку достаточно часто конфликты происходили. В день убийства 50-летняя женщина находилась в ванной. Туда зашел пьяный муж с ножом в руке. Возникла ссора. Женщина сумела отобрать оружие и нанесла всего один удар в область сердца. Осознав, что натворила, попыталась оказать медицинскую помощь. Схватила полотенце, побежала. Закрыла кровь. Потом поняла, что я его, получается, зарезала. Я побежала в комнату, схватила телефон и набирала 0303. А сотового телефона 03 не набирается. За помощью женщина обратилась к соседке. Они и вызвали и скорую, и полицию. Однако муж скончался до приезда медиков. Сейчас в отношении его супруги возбуждено уголовное дело. Она находится под домашним арестом. Елена Мильвет, Дмитрий Новопашин, Михаил Тырышкин. Местное время.